Выпускники российских вузов, поступившие в один из ведущих университетов мира, могут получить финансовую поддержку от Министерства образования России. Такой шанс дает программа «Глобальное образование», которая действует в стране уже третий год. Финансы – это то, с чем сталкивается большинство студентов. И мы как раз говорим, что это образование за рубежом – это не только удел детей богатых родителей, это только тех, которые ангажированы, которые дети определенных людей. Мы говорим про то, что теперь государство может профинансировать обучение за рубежом, и теперь это доступно абсолютно каждому. Для того, чтобы принять участие в программе, необходимо иметь российское гражданство, диплом бакалавра или специалиста любого российского вуза, документ об отсутствии судимости, а также подтвердить свое поступление в иностранный вуз. Победители программы «Глобальное образование» из ТГУ семеро. Выпускницы Кира Акимова и Мария Щеглова совсем недавно вернулись из Голландии, где обучались в университете Маастрихта. Выбор вуза был не случайным. Год назад девушки прошли стажировку по клинической психологии в местном университете и решили попробовать свои силы в магистратуре. Когда ты бываешь в другой стране достаточно долгое время, ты приобретаешь какие-то привычки чужого менталитета, тебе становятся более очевидны свои недостатки и достоинства. В соответствии с контрактом, который подписан с глобальным образованием, мы должны отработать в течение 3 лет на одной из ведущих организаций России. К слову, сейчас девушки уже трудоустроены в Центре развития качества образования ТГУ. Они советуют всем студентам пробовать свои силы в зарубежных вузах. Тем более новый набор уже начался и продлится до 6 ноября. За подробной информацией можно обратиться в Управление международных связей.